Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Барсуки победили, потому что я на соревнования ушел. Здравствуйте, дорогие любители музыки. Привет, ребята. Здравствуйте, Тимур Мажорыч. Да, здрасте, Тимур Мажорыч. Только я хотел вас похвалить за то, что вы дружно отвечаете, а Коксик что-то отстал. Ты почему отстаешь, Коксик? А у меня соло. Что у тебя? Соло у меня. Ну, тогда я должен тебя похвалить, Коксик. Молодец. Не забыл, о чем мы говорили на прошлом уроке. А я, между прочим, тоже не забыл. И я не забыла. Мы об этом соло не просто говорили. Мы еще и пели. Каждый свое соло. Верно, пели неаполитанскую народную песню «Санта-Лючия». Лодка моя легка, весла большие. Санта-Лючия, Санта-Лючия. Отлично! А теперь кто мне скажет, что делаю я, когда вы поете? Как что? Играете? Ну да, на гитаре. Я не просто играю на гитаре, я вам аккомпанирую. Что-что? Аккомпанируете? Да, вот такое сопровождение песни на музыкальном инструменте называется аккомпанемент. И о нем-то и будет наш сегодняшний урок. А повторите, пожалуйста, еще разок это слово. Да-да, чтобы мы запомнили. А то уж очень оно какое-то такое заковыристое. Аккомпанемент. Слово это французское. И означает оно сопровождение. Все очень просто. Вы поете, а я сопровождаю на гитаре. Аккомпанирую. А действительно, все очень просто. Я пою, вы аккомпанируете. А почему это ты поешь? Я тоже хочу. А я первый сказал. Так, давайте не будем ссориться, а поступим вот как. Первым споет Кокси. Ага. А я ему саккомпанирую. Хорошо. А потом Веснушка. А вы и мне саккомпанируете? Конечно, Веснушка. А потом я. А потом ты. И тоже под аккомпанемент. Согласны? Согласны. Так, Коксик, что будем петь? Романс. Романс? Да. Отлично. Я помню вальс, звук прелестный весенней ночью в поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня чудная лилась. Да, то был вальс старинный, томный, да, то был тихий. Замечательно, браво! Молодец. Молодец, Коксик. Ну а мы продолжаем наш урок. Как? Вы же обещали это сопровождение на гитаре. Сопровождение обещал. Но почему обязательно на гитаре? Ведь аккомпанемент бывает не только на ней. А на чем же еще? Ну вот, например, русские народные песни гораздо лучше звучат под аккомпанемент балалайки. Балалайки? Здорово! А я как раз русскую народную песню хотела спеть. Вот и отлично. А какую? «В саду ли в огороде?» Русская народная песня «В саду ли в огороде» исполняет Веснушка. Аккомпанемент на балалайке Тимур Мажорыч. Пожалуйста. Неплохо. Да что там неплохо? По-моему, даже очень здорово. Молодец, Веснушка. Ну, Зубок, теперь твоя очередь. Под какой аккомпанемент хотел бы спеть ты? А какие еще аккомпанементы бывают, а? Ну, например, аккомпанемент на клавишных.
А, я знаю, это на рояле. Ну, в том числе и на рояле. Где у нас тут рояль? Рояля нет, но зато есть вот такой инструмент. Он называется синтезатор. Видите, у него есть клавиши. Ну что, Зубок, будешь петь под такой аккомпанемент? Еще бы, конечно, буду. Так, марш, пожалуйста. Марш? Замечательно. Поехали. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Ну вот, друзья, мы с вами и познакомились с аккомпанементом гитары, балалайки и клавишных. А на чем еще можно аккомпанировать, Тимур Мажорч? Да на любом музыкальном инструменте. Ну а если, к примеру, инструмента никакого нет? Это что ж тогда, и аккомпанемента никакого не будет? Ну, в таком случае можно аккомпанировать чем угодно. Губами, ртом, языком. Стучать вот так, например. Ух ты, здорово. А как это получается? Ну, давайте я попробую вам объяснить. Ты, Коксик, будешь у нас ритмом. Попробуй вот так. Пум-ка-пу-пум-ка, пум-ка-пу-пум-ка. Отлично, Зубок. А Зубок у нас будет басом. А Лисичка, Лисич, сделай так. Ля-ля. Ля-ля. Ставьте ушки на мозгушке. Слушайте внимательно. Мы частушки в стиле рэп поем вам обязательно. Давай, Коксик. Разбуди веснушку ночью, в самой серединочке вам расскажет алфавит без одной запиночки. Зубок, попробуй. Коксик слух развил хороший, может без опаски слушать стоя у доски, сдали под подсказки. Веснушка, попробуй. Утомился наш Зубок от урока просто в лоб. Почему он так кусал? Весь урок звонок он ждал. В нашем классе все ребята любят отличиться. Стоит только поднажать, и в дневник получишь 5. Получилось, ура, Коксик, веснушка. Ну что, друзья, теперь вы поняли, что такое аккомпанемент? Ну, кажется, да. Зубок, ты понял? Я понял. А ты, веснушка? Ну тогда наш урок можно считать оконченным. До новых встреч, юные музыканты!